Для одних ловить волну – настоящее искусство, для других – перемещение в пространстве – целый квест. Просто ходить по ровно проложенным дорогам – скука. Делать манки, дропы и держать кэт-баланс – вот это действительно круто. Паркур – это не просто спорт, это стиль жизни. На днях петербургская организация «Паркур Сити» отметила день рождения. 6 лет для трейсеров звучит солидно, ведь в России паркур официально совсем недавно, 2004 года. А один из главных идеологов этого движения, Давид Белль, расширяет понятие паркура до философии. Весь мир – это тренировочная площадка, и не нужно создавать на ней границы самому себе. Настоящие трейсеры мысленно превращают обычные преграды в препятствия и находят способы их преодолеть. Это ломает стереотипы в голове, и они начинают понимать, что если захотят, то смогут абсолютно все.